собираемся уже в дорогу. Собрали сумки. Сейчас приедет такси. На такси поедем потом на автовокзал. С автовокзала с Бобруйска на Минск. С Минска в аэропорт. В общем, этот насос. Спускаю систему в воду с бойлера. Блин, надо там отключить. Будет здесь. Потому что вода там течет. Она будет подаваться. Ладно, буду заниматься. В общем, уже времени вообще нет. Давай. А я вот прокопала траву, как не росла, как не косить. Да теперь выколачиваю наши дороги позаходили, чтоб ты знал. Управляйтесь, да, потом. Вот. Входи. Если что, я потом наберу вас, позвоню тете Люде. Ну, Люде. А так за домом присматривайте, смотрите, что как, чему. Ну а что в доме? Дрова? В другом доме ничего там толком нету. Там только дрова и все. Поэтому если надо будет дрова, он берите с сарая наши, понял? Нет, у меня нет дрова. Ну, мало. если что. Поэтому за домом скажете, что мы уехали, поэтому. Да. Можем мы вернемся быстрее. Может на недельку, может там, я не знаю даже. Да. Ну, хозяй, чему-то бежать надо будет отсюда. Ничего, бабаль, ничего. Может, справку выключишь. Хорошо, я тетю Люду номер телефона запишу. Угу. Ты там свет выключи. Свет. А где тут свет? Там закрытый. Закрытый, все там. Там все сделали. Закрыто, да. Газ, я баллон перекрыл, газа. Перекрыл. Воду спустил, поэтому, ну, мало ли что, поэтому. Да, да, да. Ну. Блядь, мой татка не забываюсь. Ну, все за. Свет, погляди, подключаю. Свет все подключаю. Даже уже. Даже рубильники, да, все подключаю. Ну, поэтому все будет здесь обесточено, что если кто-то будет спрашивать, скажите, уехали и все. Да. Не говорите даже куда там или еще чего-то, скажите, да, да. Уехали. Поэтому все, Баваль, держитесь, удачи вам. Ой, вам удачи. Ну. А я уже как-нибудь мог. Ну. Не держитесь. Знаю, думаю, хотя бы до Нового года додержаться. Держитесь, нормально все будет. Нормально все будет. А я думала, ты мне будешь из нового снега откидать. Не знаю, приеду, Бабаль. Кто мне придет. Приеду. Дай Бог. Завались мы. Если ничего не получится, приедем. Поэтому. Думаю, в роддом. Ну, поэтому держитесь. Спасибо вам огромное за все. Ой, нема за что. Нема за что, мамка. Слухай, яблок мы возьми на дорогу. Не надо, Бабаль. Деда, он красивые такие. Бабаль, не надо, давай. Правда. У нас не надо. Хватает яблок, поэтому все. Да. Ну, у нас это яблоки. Не плачь, Бабаль, не плачь. Ну, нет. Не плачь, все нормально. Ну, как добрая соседи, крадывалась, я думаю, вот еще вы куда-то удаляетесь. И мне вот и нитку затянуть, и иголку, и что. Хожу на улице. Нема никого, приду, на завтра хожу и так вот. Собираться надо уже, да. Все. Ну. Так вы на поезд? Да, на автовокзал. А машина где будет? Машину продал, Бабаль. Продал? Ой, мой так. Продал, вы видите, машины нет, на такси ездим, поэтому. Да, а я думала, ты строишь. Не, все, продал. И ты на работе уволился? И не уволился, еще работаю на работе. Ну. У меня отпуск, поэтому. Да. Да, ну, поэтому, так так же и наша. Там подписчики за вас спрашивали, говорит, как там баба Валя, говорит, поживает, как да. Там бывает. А яка, як та баба, что спрашивала, Чалич? У нас в морозилке, баба Валя, черника, все, можем вам принести в холодильник сейчас? Забито все. Все забито, мама. Пропадет все в холодильнике, все пропадет. Да. Я не знаю даже, как его. Взяли бы с собой мужа. Да, баба Валь, как его возьмем, оно все там пропадет. А мог ты брошки взяли? Как же у меня не завалено. И знаешь, так его у меня горбуз лежит, такие солодки, что кашу варить и все, хочем порезать, но пропаде нема куда. Ну ладно, Бабаль, все тогда побежал я. Чеснока с собой. Не надо чеснока, Бабаль. Не надо чеснока. Чеснока не надо, Бабаль. Все. Не. Все, Бабаль, все. А что там будет? А я не знаю даже. Там где-то что-то. Не.
Симба. Симба. Симба, пока. Пока, Симба. Все, давай, держись здесь. Понял сразу на злотые. Вот такие, первый раз их вижу, эти злотые. Ага. Польские. Ага. 300 с чем-то злотых. Как вот тут, нормально? Так что злотые сразу поменяли здесь, в Беларуси. Катя, ну что ты? Я сильная! Вот так вот, правильно. Какой? Плейдо. Плейдо забыли? Да. Так мы его не потом купим тебе. Да давайте Плейдо. Хочу Плейдо купить. Смотри. Ты мне обещал. Обещал, я тебе куплю. Я тебя куплю, правда. Катя, ну что, взлетаем на самолете? Первый раз твой, да? Полет. Первый раз? Или, короче, пробрались в квартиру. Тут какой-то экшен, значит. Какой-то на четвертый. Но квест. Я нажала четвертый, я не пойму, почему он не едет. О! Что-то мешает, Катя, лично. Да все нормально. Четвертый нажимаю еще. Может, вес? Да какой вес? Все. Да, конечно. А, может. Прикольно. Прикольно, однако. Тут 10 этих замков, 10 дверей, пока, короче, коды подберешь. Ну, целый нет, лист. Так везде одинаковый код. Целый лист кодов. Ну да, везде что одинаковый код. Мы додумались, что надо везде. Что нужно везде его применять. В общем, едем в квартиру сейчас, посмотрим, что там за квартира. Обзор на квартиру, чек. Ага. Все, выходите. Давай руку, Катя. Нам еще Катя, надо давай, выходи. Идти. Только тише, люди на нас спят. На пятый этаж. О, бля. Мне тяжело, конечно. Опа. Наша квартира, Катя. 61. Тоже кодовый замок. Квесты продолжаются. Я уже спать хочу, девочка, ночи. Открыла? Это Катя что-то открывает. Катя, не трогай. Не трогай это ночью. Это другая. О, ключик там. Может, код поменять? Не надо. Ну, взбей. Взбей. Открывай. Хочешь на два замка даже? Это будет наша квартира. Да. Да, это наша квартира на 3 дня. Вау! Вау! Офигеть! Офигеть, короче, сейчас буду снимать здесь. Моем руки перед обзором. Я не знаю, подожди, Настя. В общем, сейчас я сниму обзор. Сюда. Нет, не на пол. Здесь мы разбулись, в общем, в квартирке такой. Это у нас... А, счетчик такой, тут не трогаем, в общем. Телефон. Здесь что-то на
что-то такое написано на польском. В общем, холодильничек. Он здесь. Открываем его. Тут лед даже замороженный есть. Здесь тоже. Но в холодильнике ничего нету. Стиральная машинка можно постирать, кстати. Шкафчики. А что ты не становишься? Тут посуда разная, в общем, сковородки. Катя уже руки моет. В общем, шкафчики тоже потом этот. Устали просто. Ой, устали кошмар, да, после дороги. Здесь, в общем, это что у нас? А, духовка. Духовка вместе с конфорками, вытяжка. Потом у нас здесь вилки, ложки, ножи. Потом здесь тоже что-то. Ну, ножницы такое вот именно. Кухонная утварь. Здесь вот для мусора. Для мусора. Что это? Проходим в другую комнату. Это вот наша скатерть. Это наша. Обалдеть, комнатка у вас здесь. А тут еще вешалка есть вот для вещей. Так у вас здесь даже телек есть, Настя. Смотри. Вот и для этих, и для вещей. Самсунг телек, короче, есть. И ванна отдельно. Потом и ванна. Отдельно даже есть ванна, вот где она. Свет. Свет есть, вот так надо включить его. Смотри, раз. И у нас там отдельная ванна. Свет прикольно, есть. Отдельная ванна. Ну, отдельная ванна, тут даже вот полотенечко есть, там еще какие-то... Маслица, что-то, микстура. Унитаз здесь, да. Вот такой вот. Туалетная бумага даже есть. В общем, включаем свет. У вас комната намного круче. Тут можно две семьи поместить, потому что тут, ну, да. Как бы две. Угу. Так что, Катя, это ваша будет кровать с Настей? Да, да. Да, смотри, какая она. Здесь, короче, гладильная доска такая. Там вот даже это утюг. Вид, в общем, идет на город. Ну, плохо видно, я, в общем, завтра покажу. А, ну что, тебе нравится? Потом кондиционер даже есть здесь. Полотенечко папа, есть. Утюг даже он есть. Папа, ну, где игрушки? Какие игрушки? Игрушек тут нету, Катя. Да. Проходим дальше. Ну, у нас тут дальше. Тут вообще заряжена, блин, эта квартира. А вот это уже... А это уже... Стулья. Тоже еще такой телевизор большой, стулья. Прохладно, мне кажется. Ну, чуть прохладно, да. Потом шкафчик такой. Здесь разные там подушки, кондиционер, в общем, душ, вот такой вот душ, туалет, умывальник, рукомойник, умывальник. Мы, короче, в таких условиях вообще не жили, Марина, скажи. Да. Смотрите. Какой душ, смотри, видела? Большой прям. Сейчас смотрите, как дверька закрывается. Ну, покажи. Ой. Прости. О, все, отлично. Ну что, спадки пойдем? Я открыть. Все, выключаю. Вот такой диванчик. Здесь у нас светильничек. Он не работает только. Типа в виде кепочки такой. Здесь тоже окошко. Окошко, потом этот ТВ-тюнер. Потом пульты разные здесь, в общем. На телевизор. Сейчас будем телек смотреть. Здесь тоже шкафчик такой. Вешалка. А это уже кровать. Вот такая вот огромнейшая. С полотенечками. Занавесочка закрывается. Вот так вот. Дети колбаску едят, а я чай пью. Польский. Да? Да тут все польское. Польский. Угу. Приятного аппетита вам. Спасибо. Пока сегодня сухпаёк. Завтра, может, что придумаю. Какой старый, в чем мы не придем в старый дом? Ты не хочешь домой возвращаться, Кать? Не? Не хочешь домой возвращаться? Кто покупался, как заново родился. Все, будем отдыхать уже. О, тут такой уют такой. Ну, вообще круто. Все, будем отдыхать. Как прошла наша ночь в квартире? Первая ночь очень плохо прошла, потому что вообще тут холодно, я в шапке спал. Шапку одел и в шапке. Тут дубарь, короче, мы не могли вообще разобраться с этим кондиционером. Ну, не кондиционер, это вот этот обогреватель, вентилятор, как его там. Короче, он походу или не работает, я не знаю. И трубы холодные здесь вот. Тут труба холодная. И здесь холодная труба. Ух. Короче, холоднее, чем на улице. Вот такой вид за окошком у нас. Вообще просто холодно.
И Марина такая вся тоже. Одетыми спали. Тут, походу, не работает этот, как его, обогреватель. Будем сейчас звонить, говорить, спрашивать, почему так холодно. Вышли по Варшаве прогуляться. Польский банк. Ух ты, как тут здесь круто, а? Да? Катя, давай ручку. Катя, давай варежки одену. Ну, прикольно вообще. Спокойненький такой город. Вот у меня такое ощущение, как будто это какой-то сон. Это не со мной происходит, то мы в Польше сейчас, на Варшаве. Слушай, ну намного теплее, чем Беларусь. Ну прям да, вообще. Намного теплее. В Беларуси намного холоднее. Ой, а здесь тепло. Прям, ну, жарковато. Но. Да? Сейчас направляемся вон в парк, как национальный парк. Он огромнейший, там озеро какое-то. Ну, в общем, прогуляемся. Так, потом зайдем в магазин что-нибудь купим. Продукты какие-то. Яйцо, может, возьмем, пожарим. Ну, короче, так. Поэтому ходим, гуляем пока. Катя? Да? Да. Это Настя Евросоюз, это большая. Площадка даже детская, ну. Но она закрытая здесь. Или что? Наверное. Ну, пошлите, вот там. Что это за парк, я не знаю. Игнасий Ян Падеревский. Игнасий Ян Падеревский. Это, наверное, какой-то поэт. Я так понимаю. Игнасий Ян Падеревский. 1860-1941. Ну, прикольно, такой старинный, мне кажется, да, парк? Сейчас мы дальше пройдем, там посмотрим. Ну, возможно, это не поэт, а, возможно, это, ну, какой-то... Писатель. Нет, угу. Не писатель, ну, какой-то правитель. Там дальше озеро, вы пойдемте на озеро, вон оно, видно даже озеро там. Вот. Где бег? За мусоркой зачерной. Короче, мы точно как с деревни иди, приехали. Посмотри, глянь, она там, вон, смотри. Где вон, она? Скачи. Там белка. А, белка, да. Вон, смотри. Вон, видишь, короче, мы как эти, как Гризлд из деревни приехали. Это точно. Настя, только не кричи, потому что нам подумать, что мы реально с деревни. Но мы и так с деревни приехали, поэтому. Смотри, белочка какая. Видишь? Не надо. Не пугай белку. Вон в беседке тоже только что две белки. Глянь, какая белка. Смотри. Видишь, какая белочка? Что это она? Орешки ест. Смотри. Что это, я первый раз вижу белку. Давай поближе. О, побежала, смотри. Вон, смотри, видишь, бежит. Видела? Да. Ой, вот ворона. Ой, вот ворона. Я думала, это белка. Ну, красота вообще. Она тебе не даст, Катя, в руки. Красиво. Она тебе это. А ну, пошлите к озеру. Пойдемте. Мне это не так надо подходить. Можно и так. Дети, пойдемте. Дети. Смотри, белка. Белка-то вот она уже к Кате подошла. Она орешков ждет от вас. Здесь еще одна. Еще одна? Да, идите сюда. Идем. Ну точно с деревни мы проехали, ё-моё. Сейчас будут нас все смеяться. Ой, а красиво здесь. Голубятина. Это чайка, да? Это чайка, ну. Глянь, они сидят прямо на воде. А я показалась, мне показалось, что и утка. А вон и утки даже. Уточка плавает, вон. А вон они на... Ну, классный вид. Правда, здесь повыше, тут холоднее намного, да? Да. И машин много ездит. Угу, как,
Хотя осторожно, смотри, не скатись давай, туда вниз. Давай, пошли вместе. Я сфоткаю. Фотосессия у вас, да? Где? На камнях. А, я говорю, тут, ты говоришь, да. Глянь, там красиво, какие валуны на вкус. Ну, там вообще красота. Я хочу вот так вот. Блин, классный парк вообще. Это мы еще не были в других местах, это только одно место, которое вышли, да? А в, говорю, в других местах не были. Только прилетели, ну. А если походить, здесь вообще много всего интересного будет. Зоопарк есть такой красивый, хороший. Тут как фонтаном, наверное, летом идет, фонтан. Кельна Дэниел, какой-то ордер за призванинг тукон дня. В общем, я польский не знаю вообще. Вот, смотри, сколько, да? Какие вороны, слышали? Угу. Страшно так. Угу. Это прям как у нас голуби в парке на Минской. Ну, это точно. Да, тоже налетают. Ну. Только тут их поменьше. У нас там гурьба там капец. О, гля, как бегает быстро Катя. Смотри, посмотри, на дерево полезла. Как розочка. О, лянь, где они? Аж на самом верху. Ну, какая машина, видел? Ягуар. Да, сейчас идем в супермаркет, купим продуктов. А ты по навигатору, да? Да, я нашла продуктовый супермаркет такой. Сейчас в центре Варшавы. Тут красота такая вообще. О, это, наверное, дети, да, школа. Так, давай сюда пойдем. Угу. Да, какая старина, зайчик, это твое. Во, это старинные книги. Но. Это, наверное, музей. Да. Ощущение, как будто это здание еще довоенное, в общем, его здесь сеткой обтянули, это здание. Вот смотрите, тут новое, тут старое. Ну да, как военное еще, Марин. Угу. Сколько сахар стоит? 2,60, да? Смотри, 2,60, 400 грамм, вот. Угу. Сахар, давай сахарную пудру. Не надо, зачем она? Ну а что мы? В общем, сахар 3 злотых 80. Сахар маленький, возьми, нам его хватит, зай. Вот это? Да, за 3,80, ну. Все. В общем, булочки 4 злотых 50. В общем, у нас все, на все про все вышло 100 с чем-то, 103 злотых, в общем. Дед Морозу такой, йогурт детям. Потом что это такое, Марин? Картофельные эти, да? Как их? 14 злотых. Капуста, с капустой, да, какие-то, да, в общем. Это салат крабовый попробуем, польский. Тоже где-то, наверное, 20 злотых, что-то такое. Потом два пончика по одному злотому нам порекомендовали. Ну, это дешево, один злот. Вот такой еще пончик. Потом такой салат. Кока-кола, фанта взяли. Кока-колу захотел сильно вообще. Короче, ходим в шапках, в свитерах. Все. Тут дубарь, просто дубарь, я не знаю какой. Холодная труба. Я написал хозяину через WhatsApp, что холодная труба.
Он сказал, что поставить на пятерку, но пятерку поставили, и потом он звонил какой-то, как типа у нас ЖЭО находится. Что типа отключили, наверное, трубу. Поэтому дубарище просто не знаю. Я подозреваю, что, скорее всего, там никакой не ЖЭО, у них вообще нет. Вот в этой комнате реально был дубак. Я встал просто замерзший. У нас тут одеял просто полно. Сейчас набросали сюда одеял. Еще набросаем, будем спать. Давай, Марин, еще одеял набросаем. Давай. Ложитесь все вместе. В шапке, в куртках будем спать. Короче, на улице намного теплее, чем... На улице 7, у нас тут 18. 18 градусов, да. Катя, тебе не холодно? Мы занимаемся. Ага. А ну по-английски что-нибудь скажи, Катя, как ты говорила. Давай. Я замерзла тоже очень, нету шубы у меня. Мы до дупа взносим, еще греемся тогда. Это не на английском. Ты на английском скажи что-нибудь. Как ты говорила? Candy story. Candy, money, candy. Еще раз скажи по-английски. Candy, candy, sinju, 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 sinju,